Вот собака лежит, трясется. Буду сейчас одевать на нее ошейник с поводком и тянуть прям с места. Ника, идем гулять. Пошли. Пошли гулять. Пошли. Пошли гулять. Идем. Идем гулять. Вот так, давай, потягушечки, молодец. Все, идем гулять. Всем привет, так и не поздоровалась. Вот март, про который я вам говорила. Март, который я ненавижу. У нас февраль с мартом, надо поменять местами. Прям вот стабильно. Ночью выпал снег, сейчас все тает. Дальше обещают минус. Минус какого в феврале не было. Ладно, значит так. Почему собака так боялась идти гулять? Потому что минут 20 назад прям были такие хорошие залповые выстрелы. Ну, я так понимаю, запуск ракет. Один был громче, может, прилетело, не знаю, короче. Ну, ночью нам, можно сказать, дали поспать. Вот, кстати. Ну, это... Стой, иди сюда. Видите, она нормально, в принципе, сейчас реагирует. Это понятно, что запуск ракет по ракете. По звуку. Пошли, пошли гулять, пошли. Пошли, давай. Нормальный, не страшный звук. Снег сыпется с деревьев. Прям... Ай, кусками! Ай, прям кусками сыпется. Пошли, пошли, пошли гулять. Ночью почти звуков и не было. Может быть, я какие-то проспала, но... Ника! Но в основном было тихо. Вот, а сейчас они прям утречком после завтрака. После отдыха принялись за старое. Ника, ко мне! Все, собака решила, что она сделала все свои дела уже. Ника, иди сюда! Пошли гулять. Давай. Короче, вот такая вот погода. Все, кто писал мне с России в феврале, какая у вас хорошая весна уже... Я всем писала, подождите. Еще все впереди у нас. Надеюсь, что нет, но видите, опять мои прогнозы сбылись. Ну, часто у нас март такой, часто. Все резко может измениться, конечно. На ближайшую неделю прям написан там минус какой-то такой, что я, блин, не хочу озвучивать его даже, чтобы, не дай бог, не сбылось, понимаете? Ладно. В общем, нормально. Вышла коротко на связь, чтобы вы знали обстановку. Живы-здоровы. Вот, рука окоченела, поэтому вечерком уже, ну или по необходимости, будет следующее видео. Но я думаю, если что, то вечером уже тоже на фоне крысок что-то расскажу или просто поснимаю крысок вам. Так что всем хорошего дня. Пока-пока.